похожий лед и огонь. Мистер Вискерс. Взрывоопасно, смесь, только тронь. Мистер Вискерс. Кролик растяпа, собачка мила. Вы! Небо упали, дела. И в джунглях как дома была не была. Мистер Вискерс. Каждый день спорить им не лень. Только вот у них домик один на двоих. К носу нос, это уже не вопрос. Ныть, смеяться, шутить или драться. Друг друга позлить им удастся. Мистер Вискерс. Всем здрасте, с вами мистер Вискерс, и сегодня я куплю пончиков, МММ. Пальчики оближешь. Я сомневаюсь, где же ее купить пончиков, ну что, погнали, пацанчики. Привет, Пихун. Привет, мистер Вискерс. Ты куда идешь? Я иду в магазин на пончиков, там продается все что угодно. А ты ел пончиков сразу-то? Ну я ел пончик себе, кушал таком мысль. Однозначно ситуация, редко покупал пончика, и один съел, был очень вкусно. Пихун, ты будь осторожен с аллергией. Все нормально, дружище, я упал на перед зданием. Вот и магазин, давай зайдем туда. Здравствуйте, продавщица. Можно один пончик мне, пожалуйста? Конечно, можно. Сейчас принесу вам один пончика. Ну, держи, возьми свой пончика. Спасибо. Вот я купил пончик, вкусненько покушаю, и пора закончить серию. МММ, как вкусненько. Ну ладно, пора заканчивать этот серию, но кому понравилось видео, ставьте лайк и подписку. Всем пока.